Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, а также онкологией, лучше придерживаться диеты, назначенной врачом. Резкий отказ от привычного рациона питания может привести к ухудшению здоровья. Перед тем, как человек решил поститься, необходимо проконсультироваться с врачом, как бы для того, чтобы выявить, имеются ли противопоказания к посту или нет у человека. Вот. Далее это соблюдать следующие рекомендации, такие как, во-первых, это принимать пищу до 4-6 раз в сутки небольшими количествами, а также необходимо, чтобы пища приносила удовольствие, чтобы пациент не чувствовал отвращения к ней. По мнению медиков, не стоит держать строгий пост также детям, пожилым и беременным. Однако полностью здоровым людям временный отказ от тяжелой пищи в пользу растительной не повредит. Это приводит к снижению лишней массы тела, к снижению холестерина, к нормализации микрофлоры кишечника, а также к улучшению сосудистой стенки артерий. Как бы то ни было, важно помнить, пост – это в первую очередь духовное очищение, а не диета. Священнослужители советуют это время провести в молитвах и осознании грехов, совершая только добрые поступки.